Ты хотел фрик-шоу? Черт. Прямо кишат. Долбаные шакалы. Давайте, валить отсюда, засранцы! На что-то сгодится.
Долбаные шакалы. Давайте, валить отсюда, насранцы. Вот и вместе. И не будет вам проблем. Найду тебе применение. Еще трофеи.
Перезарядить. Еще нет. Надо как-то пробраться в гараж. Там должен быть бензонасос. Ну, давай побыстрее. Я видел по дороге, как их там называют. Ну, эту хрень, которую упаковители ставят. Сигел. Ага, его. Значит, где-то тут шастают.
Само собой. Заколочено. Надо найти другой вход. Может быть, есть лаз на крыше? Лом всегда нужен. Должен же быть тут бензонасос.
Бухарь, слышишь? Нашел я насос. Выезжаю к шоссе. Дик! Упокоители! Упокоители! Нет! Черт! Упокоители? Бухарь, ты меня слышишь? Черт! Держись, я сейчас буду. Твою мать! Упокоители. Я их слышу. На твоих руках набиты символы мертвых. Символы заблудших. Пошел ты! Ах, вы суки! Байки! Ты должен покориться, байкер. Ведь ты заблудший, но мы поможем. Покажем тебе путь. Путь. Мы поможем. Ты не найденный. Покорись. Ты Покорись. Путь. Отвалите от него, ублюдки! Ну, твари, подходи! Зацепил меня! Все, есть. Возвращаюсь, прикройте! Бегай! Мало боеприпасов. Ладно. Бухарь, прикончил. Все. Давай, все, уходим. Твою мать! О, боже. Да, твою мать! Ну-ка, вставай. Да сам я. Да ну-ка, вставай. Упокоить. Навалить. Как будто меня ждали. Сука! Их не видел. Как навалились. Так. Рука, не смотри. Охренеть, Бухарь, не смотри. Не смотри, говорю. Садись уже! А, черт! Подожди-ка здесь, а я пойду осмотрюсь на всякий. Ну вот еще. Я на боковую. Вроде все на своих местах. Че? Я тут окрасть-то ничего. Койка, я по тебе скучал. Вот он кайф. Я пойду за байком и найду, чем тебя подлечить. Справишься? Да. Круто. Ага. Загляну на блокпост Неро.
Там должны быть стерильные бинты и болеутоляющие. Не оставляй там мой байк. Да не, не-не-не, я пешком туда метнусь, пока не стемнело. Эй, у меня там патроны есть. Они в ящике у двери. Спасибо. Эй, ружье оставь. А бухарь? Ну ладно, держи. Спасибо. Я без него просто как голый. Черт, бухарь. Рука сама не заживет. Что ж делать-то? Нужно найти медикаменты.
Бухарь, ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может, он не один. Отбой. Что-нибудь? Как я и говорил, те номады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда логово. Да ну, серьезно? Хорошо обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи и бери. Ну чё, неплохо. Как стемнеет, нагрянем туда, убьем этих козлов, и можно праздновать новоселье. Шустрый ты, у них небось пушки. Да ну, один там еле живой. Фух, ну вот, кто еще кого уделает? Yeah.
попался! Нужнее. Что это было? Это последний. Значит, выследили нас. Уроды. Не суйтесь к нам на гору О'Лири. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, одно к одному. Все-таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. Это я заберу. Долбаные фрики.
Проклятый дождь. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему с неба все время льет? Где я вообще? По идее, уже недалеко. Надо добраться до байка. Я уже близко. Надо найти его. Ну что, дружище, где ты спрятался? Это здесь. Мы оставили его здесь. Байк исчез. Блять! Копленд, твою мать! Эй! Ты из лагеря Копленда! Да вы взяли мой байк! Эй, стой! Подожди! Черт! Я твой байк не трогал!
клянусь! Не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Спроси у Копленда, я ничего не знаю! Эй! Мне просто нужен мой байк! Я ничего не делал! Ну, говнюк, нет, все-таки, знаешь, я буду убивать! Бухарь, слышишь? Ты забрал байк? Нет. Люди Копленда добрались до него первыми. Я пошел в его лагерь. Конец связи. Какой-то козел украл мой байк! Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэнни. Хорошо. К нему-то я и пойду. Зачем ты здесь? Ты это мне? Привет. Привет. Ты принес трофеи? Да, круто! Одно ухо! Молодец! Да, круто! Одно ухо! Молодец! Ого, целое одно ухо. Ну ладно. Ну ладненько, раз. Всего одно. Понятно. Ну ладно, раз. Дай-ка гляну, вдруг у меня столько кредитов нет. Да, круто, одно ухо. Молодец. Ого, целое одно ухо. Ну ладно. Ну ладненько, раз. Всего одно. Понятно. Ну ладно, раз. Дай-ка гляну, вдруг у меня столько кредитов нет. Да, круто! Одно ухо. Молодец. Ну ладно. Ну, пару месяцев назад мы были неподалеку от Крейзи Миллс. А, ладно, до встречи. Надеялись, что там никого нет. Мне
На сегодня проблемы ни к чему. Ты это мне? Привет, Мэнни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все пашу, а меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхал о такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Не, как-то никогда времени особо не было на книге. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не, этот не бери. Почему? Ну, его только привезли. Какой-то урод сиволапый его бросил. Он весь ржавый. А уж как его ушатали, голову бы за такое оторвал. Да неужели? Ну да, а как? Это уже дрова. Мы его только что разобрали. В нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса? Типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял, понял. Когда я сказал «урод», я имел в виду того урода, который его пригнал. Знаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик, как... на пару слов. Я вижу, вам тут досталось. Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Уже второй раз сюда заявляются. Говорят, ищут тебя и Буха. Люди в Одессе много чего говорят. Люди тут друг другу помогают. Но если начнется голод, ну, сам понимаешь. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное. Мы с отцом здесь охотились на оленей. Строили засеку, уклали под нее лизунец и отстреливали. Иной раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. Отец признавал только один закон – Конституцию США. Видел бы он нас теперь. Америка – страна свободы. Да, это точно. Я тут Леона жду. Да? Он мне вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник, неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Ладно, я это учту. Классный кипарик. Чего? Вот этот. Слышь ты, никогда не... Погоди. У Леона был такой же. Ком, богом клянусь, я... Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп! О, черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но... я разберусь. Не сомневаюсь. Рождение, Коуп. Значит, у него была дочь. Да уж, Коуп. Теперь-то у нас оружие никто не отнимет, так ведь?